Всем привет! С вами Светлана Никитчук. И если вы хотите стать не только стройнее и здоровее, а также грамотнее в вопросах питания, подпишитесь на мой канал и смотрите выпуски «Еда и я». Весь интернет пестрит такими лайфхаками, как пить масло натощак. Действительно ли это полезно? Или опасно для здоровья? Давайте разбирать. Часто рекомендуется пить именно льняное масло натощак для снижения веса и улучшения здоровья. Доля правды действительно в этом есть. Употребление нерафинированных растительных масел действительно очень полезно и будет хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Если же вы хотите пополнить свои запасы омеги-3, то лучше отдать предпочтение оливковому маслу. В нем ее будет гораздо больше. Пить масло отдельно от еды или кушать его в салатах не имеет никакого значения по отношению к усвояемости этого жира. Более того, натощак, кроме воды, вообще ничего не стоит пить, и тем более масло. Если выпить ложку масла натощак, произойдет сильный выброс желчи, настолько сильный, что могут обостриться такие заболевания, как гастрит и панкреатит. Если же человек страдает от камней в желчном пузыре, то употребление масла вообще может закончиться госпитализацией. Другими словами, каждый раз, принимая утром льняное, конопляное или любое другое растительное масло натощак, люди совершают огромный удар по желчному пузырю и поджелудочной железе. Кушайте масла нерафинированные, разнообразные, без нагревания и вместе с едой, и тогда это будет действительно полезно. Всем здоровья, до встречи в эфире!